здравствуйте, гости и зрители моего канала. Вас приветствует Татьяна. Сегодня я хочу познакомить вас с нашей любимицей, с нашей кошечкой, с нашей Мусечкой. Она частенько попадает у нас в кадр, и подписчики спрашивают о ней. Вот мы и решили немножко о ней рассказать. Это у этой кошки очень интересная история. Нашей кошке уже 9 лет. Она родилась у простой бродячей дворовой кошки, прямо на улице под балконом. Говорят, родился в рубашке, или счастливчик, или кому что на роду написано. Вот это про нашу кошку Мусю. Котят у дворовой кошки было трое. Дети подкармливали и даже построили для нее небольшой домик. Но как только они начали вылазить из коробки и стали перебираться под машины, то двое погибло. Мы понимали, что и последний котенок, который остался живым, тоже погибнет. Поэтому мы забрали его к себе домой и приютили. Мама-кошка первое время приходила к нам в квартиру, кормила котенка, а потом и сама куда-то пропала. Вот так и остался котенок у нас и живет уже вот целых 9 лет. Но мы ни одного дня не пожалели, что наш котенок и теперь уже большая кошка Муся живет с нами. Муся теперь наша любимица, наш член семьи. Мы ее очень-очень любим. И она тоже дарит нам свою ласку. Вот такая история приключилась с нашей кошкой Мусей. Наверное, она счастливица. Если вам понравилась история про нашу кошку Мусю, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, всем пока!